Громкий инцидент, который мог закончиться трагедией, произошел в Тулуне. Там 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передал управление машиной своему 13-летнему сыну. Об этом стало известно, когда инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки документов. За рулем оказался подросток, который вез своего нерадивого родителя из магазина домой. Мужчина объяснил правоохранителям, что сам не смог управлять транспортным средством, поэтому и посадил за руль сына, а сам расположился на пассажирском сиденье. За то, что он передал управление транспортным средством несовершеннолетнему, ему грозит штраф до 30 тысяч рублей. Кроме того, в отношении отца сотрудники полиции подготовят материалы по факту ненадлежащего воспитания ребенка. Кроме того, для принятия мер административного воздействия в комиссию по делам несовершеннолетних направлены материалы в отношении отца по факту надлежащего исполнения им обязанностей в отношении мальчика. Семья и сам подросток будут поставлены на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. С ними в дальнейшем будет работать субъекты системы профилактики. Если в данном случае все обошлось благополучно, то вот в Черемховском районе несовершеннолетний водитель довел ситуацию до ДТП. Прибывший на место события патруля полиции установил, что 17-летний молодой человек управлял мотоциклом. У него никогда не было прав, а допустимый уровень алкоголя в крови был превышен в 5 раз. Также на водителе не было защитного шлема, поэтому, когда он столкнулся с легковушкой, то получил травмы и был госпитализирован. Выяснилось, что мотоцикл он взял без спроса у отца и отправился к друзьям в соседнюю деревню.